Сотрудники полиции изъяли у злоумышленника 400 граммов растительного наркотика – марихуаны и более 800 граммов наркосодержащих растений, а именно конопли. По предварительной информации, мужчина в начале этого года бесконтактным способом закупил семена наркосодержащего растения, оборудовал у себя в подвале комнату для выращивания наркосырья, культивировал коноплю и организовал интернет-магазин для незаконной продажи изготовленной марихуаны. Сотрудники полиции совместно с коллегами из ОФСБ России по Рязанской области задержали 30-летнего жителя села Льгово, причастного к культивированию наркосодержащих растений и продаже марихуаны с помощью сети интернет. Полицейские подготовили специальную операцию, которая должна была исключить у злоумышленника возможность скрыться, уничтожить улики противоправной деятельности и наркотики. Оперативники УНК и ОФСБ совместно с инспекторами ГИБДД при силовой поддержке отряда спецназа «Гром» задержали злоумышленника, когда он приехал на автомобиле делать закладки в окрестностях села Дядьково. В тайниках на местности и в салоне автомобиля были обнаружены самодельные контейнеры с марихуаной. В рамках осмотра жилища задержанного в подвале полицейские обнаружили специально оборудованную комнату, в которой выращивались наркосодержащие растения, а именно конопля. Комната была теплоизолированная и освещенная осветительными приборами и датчиками температуры. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Сбыт наркотиков в крупном размере», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Сотрудники полиции выясняют все звенья цепи незаконного распространения наркотиков. Олеся Котровская, телекомпания «Город».